еще раз этот самый по совместительству пастора-помощник по лагерю и детский воспитатель. Хочу поблагодарить прежде всего Бога, потому что как бы, это видение Бога, которое он дал пастырю. И, кстати, как-то так получилось, что мое свидетельство связано с домашним заданием. Дело в том, что как бы пастырь в течение вот нескольких недель объясняет, как слышать Бога. Да? И чтобы вы все знаете, что я несколько месяцев была на disability, я не работала, но я не хотела возвращаться назад на ту работу, где я была. Я хотела что-то другое. И я у Бога очень долгое время выспрашивала, что Он хочет, чтобы я делала. И я получила четкий ответ, лагерь. Что лагерь, я так и не поняла, но тем не менее вы видите, что как бы Божье Слово, оно даром не бывает просто так выпущено. Оно всегда исполняется, опять-таки, как написано. И у нас было 17 детей, это не считая Андрюши. Вот. И все детки, я думаю, остались довольны, поскольку как бы, они уже записались на следующей неделе, у нас до конца июля просто места как бы максимально все забиты и заняты. Вот. Все активности, пастыри у нас как бы не повар по совместительству. Дети сказали, что одобряет, вот Кирилл сидит в вашей голове. Вот. А так мы имели очень много активности, и все это мы выставили в первую неделю, Анюточка нам помогала. Все фотографии, все видео, все уже стоит на Фейсбуке, буквально вот день прошел, все выставлено. У нас такого никогда не было, поэтому родители, они к нам просто вот с нетерпением ждали, когда это будет выставлено, и у них это было как семейный вечер, собраться и смотреть, вы знаете, хоть это сплочает, да, увидеть своих детей радостными. 5-минутный ролик, но удовольствие и сплочение родителей на целый вечер, представляете? Это шикарно, это замечательно. И я ободряю вас, пожалуйста, давайте прикрепляйтесь, у кого скоро родится ребенок, у кого уже есть, приглашайте. Это очень весело, когда все дети вместе. Причем я вам скажу, что на роликах вы увидите, что наши дети, они не просто болтаются по лагерю. Они действительно хотят помогать. Если вам кажется, что мы их заставляем, нет. Они хотят, они с удовольствием. Кирилл просто стеснялся, а мне бы очень хотелось, да? Чтобы... Это ребенок, который приходил, и Васа. Просто у меня он как служитель, у меня даже не как ребенок. Они приходили просто, что мы можем делать? Что нам нужно делать? А можно мы помоем посуду? А можно мы вытрем стол? Дополнительно они еще скамейки почему-то вытирали, еще и подметали. И плюс расхватывали обязательно, да, все тарелки. То есть они как бы очень такие были, знаете, как бы со второго дня уже все сплоченные. И я вам хочу сказать, что драк у нас не было. Да, Кирилл? Драк у нас не было. Вот. Вообще, вот там. Такое страшное слово ты сказал. Да, я к тому, что раздоров. Не было принципа. Раздоров, да. Для меня это как бы более жестоко, что драки, какие-то несогласия были, споры, которые, в принципе, потом очень быстро улетучивались, но это все Божья слава. Потому что я знаю, что пастырь молится, это 100%. Но я так как это был мой первый экспириенс в лагере вообще быть с детьми, вот, я молила заранее до лагеря тех детей, которые будут. И это Божья слава, что дети как бы имели контакт с нами очень открытый. То есть они действительно, они о своих проблемах говорили открыто. Они просили, чтобы им помогли. Они с удовольствием с друг другом все сочетались. То есть игры, команды, бассейны. Это было очень весело. За 5 дней, Лена не даст соврать, она приезжала, забирала нас домой. Она у меня спросила, ты уверен, что ты была в лагере? Потому что я была вот такая. Поэтому это точно Божья слава, потому что его, вот этот Дух Святой, да, который наполняет нас в воскресенье, не теряйте. Это такое чудо, что даже 17 детей могут быть просто еще больше радостью в течение недели. И потом еще пастор, как его дух наполнил, что он еще пошел в пятницу и приехал в воскресенье. Слава Богу за наших пастырей, слава Богу за то, что они у нас есть. Мы их благословляем, молимся за вас, пастырь, даже не сомневайтесь, мы за вас стоим. Вот. И вся слава Господу Богу. Аллилуйя.